Готовясь к холодам, люди начинают одеваться потеплее. И в этот период нужно позаботиться и о своем железном друге. Только его нужно не переодеть, а переобуть. Машина почти как человек. Не покормишь бензином – не поедет. Не переобуешь вовремя в зимнюю резину – и сам травму можешь получить. И ремонтировать ушибы автомобиля придется долго и дорого. Поэтому резину на зиму менять надо. Главное определиться, ставить шипованные шины или нет. Выбор зависит от того, где вам придется чаще всего ездить. Для нашего региона абсолютно нормально подходят липучки. Но если, допустим, есть какие-то выезды где-то по трассам, где есть так называемые переметы, ветровые места такие, где обледенелости, то лучше все-таки шипованные шины, потому что на льду они гораздо лучше обеспечивают более короткий тормозной путь. Обязательно обращаем внимание и на аккумулятор. Подсевшая или разряженная батарея на морозе может подвести в самый ответственный момент. Машина просто не заведется. Просадка меньше 10 вольт при нагрузке, в принципе, аккумулятор живой. Перед холодами специалисты советуют заменить масла и жидкости в автомобиле. Потеряв свои свойства, антифриз перестает охлаждать мотор как положено, а заодно и прекращает быстро и эффективно обогревать салон. В суровые морозы могут возникнуть трудности с запуском и избыточные нагрузки на сердце автомобиля, если масло в двигателе не по сезону или старое. В холодную погоду уже идет при первом спуске повышенный износ. И уменьшается ресурс самого двигателя. Кстати, кондиционер в машине нужно включать не только летом. Пара минут работы хотя бы раз в зимний месяц сохранит герметичность в системе и предотвратит утечку хладагента. Не забываем также залить в бачок омывателя незамерзайку. В случае не вовремя помененной жидкости можем получить треснувший бачок стеклоомывателя и вышедший из строя моторчик. Чистая машина радует взгляд, но попасть в салон после мойки с самообслуживанием на следующее утро получается не всегда. Уплотнители примерзают. Особого ухода при минусовой температуре требуют и замки. Желательно к началу зимы вымыть машину на теплой мойке, просушить и обработать уплотнители. Кстати, ставропольские автомобилисты к зимнему сезону готовятся основательно. Заехать к мастерам, посмотреть, все ли в порядке. Нужно аккумулятор проверить, чтобы плотность электролита была хорошая, и комплект зимней резины. Очень просто. Нужно просто следить за ней постоянно. Со сменой погоды водителям пора менять и дорожные привычки, напоминают автополицейские. Передвигаться в этот период на дорогах нужно особенно плавно и аккуратно. При движении в неблагоприятных погодных условиях, снега, гололеда, призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, безопасный скоростной режим. При приближении к пешеходным переходам быть более внимательными. Открыть двери в машине после любой автомойки и завести мотор в любой мороз теперь смогут Ирина Ивановская и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение.